второй как будто задний приводный такой, да? Не, не подумай ничего плохого, братан. Так, хорошо. Ребят, значит, вы сегодня будете охраной, вы будете охранять нашу невесту, ее туфельку, бижутерию, все, что с ней связано, да? Поэтому улыбку убирай, убирай улыбку. Да, охранники никогда не смеются, они не ржут. Соберись, соберись, не будь тряпкой, будь мужиком. Все, не улыбаемся, парни. Так? Значит... Чего ты заводишься? Ты на них не смотри, я их знаю, они постоянно ржут, да. Ну, смотри на более серьезных людей. Так, готов, все, собрался? Соберись, тряпка, ну, что это такое? Так, все, парни, значит, вы охраняете, вот, ну, я понимаю, вот это я понимаю, солидный, серьезный человек, да, хоть и задний привод. Братан, вырвалось, сейчас, не обижайся, не обижайся. Так, парни, значит, смотрите, у охраны есть звериный оскал, да? Пацаны, для чего он нужен? К примеру, танцует вот здесь Саша наша, да? Свидетели, ну, ушли куда-нибудь уединиться, допустим, да? Значит, Вадим отвлекся, и вот здесь вы стоите в стороночке курите, да? И вот здесь, значит, происходит кража. Кто-то к ней подходит, прямо на лбу написано, что он хочет украсть невесту, да? И вот здесь, пацаны, вам понадобится звериный оскал, да? Не улыбка вот этого, да, а звериный оскал. Итак, парни, стоите поудобнее, одну ногу вперед, вторую назад оставляйте, да, чтобы когда орал, тебя не качнуло. Угу. Значит, смотри вот на этого некрасивого человека с камерой. Так, представляешь, что это наша красивая невеста. Я понимаю, что это сложно сделать. Ну, представь, да? Значит, смотри, вот к ней кто-то подходит, да? Вы делаете вот так, парни. Значит, движение руками, да? Значит, показываем все зубы, которые у вас остались. Угу. Чего ты? Боишься, что выпадет этот мост, вывалится, не переживай, мы подберем. Значит, смотри, и значит звук, да, вот звук должен быть страшный. Приблизительно как это должно выглядеть, я вам сейчас покажу, да, ну а потом уже кто на что горазд. Итак, смотрим на этого некрасивого человека, делаем вот так, смотри. Понял, зубы показал, звук, все нормально. Он стопудово уже уделался, но он оператор, не подает вида. Смотри туда, готов? Давай. 3, 4. Зверь, лев. Ваши аплодисменты, хорошо. Ты понимаешь, я надежда на тебя, да? Смотри туда. Готов? 3, 4. Вот это красавцы! Ваши аплодисменты, друзья! Вот она, наша доблестная охрана. Ну, а, ребят, просто так я вас не отпущу. Я больше чем уверен, что вы все видели, как по телевизору, значит, на сцене, вот эти здоровые качки, да, намазанные какой-то блестящей фигней, в стрингах показывают свою мускулатуру. Видите?